Итак, всех приветствую. Мы сегодня решили прогуляться на Юдак, а может быть и даже дальше. Что, присоединяйтесь? Сегодня вообще весна, все хорошо. Вот сейчас мы гуляем по территории базы отдыха Крым. Хорошая территория, а в Азовского, конечно, нас не пустили. А вот, кстати, Тёмка крутится. Тёма, привет, скажи привет. Ну ладненько. Пошли с нами, вместе с нами. Кстати, парк у санатория Крым просто офигительный, а здоровенный. Конечно, сложно показать всю территорию. Ну, может, мы что-то еще снимем, покажем. А так просто обалденно. Обратите внимание, хотя и здесь вроде как зима, февраль, начало февраля, а прям словно весна. Все зеленеет, все красиво. На улице примерно плюс, сейчас плюс 10, но намечают до плюс 20. О, бежит, 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 бежит. Сейчас мы придем по набережной санатория Крым. Обалденная набережная, большая, красивая. Если слышите шум, в основном тут готовятся к новому сезону. Ставят новые беседки и все. А вот вдали, вон на фоне Жанны с малым, находится гора Юдак, куда мы, собственно говоря, и направляем. Решил таки вам показать все-таки пляж санатория. Вот эта штуковина, ну, видимо, кафе или еще что-то. А там дальше пляж, тут галечный, с бетонными плитами, куда ставится лежать. Там дальше на горизонте виден мыс Плата. Мы туда ходили как-то. А вот эта гора, не знаю, что маленькая такая, ну прикольная. Мы выбрались на дорогу Раевских. Ну не знаю, если получится, то мы по ней, собственно говоря, и побредем дальше. Ну, если что-то видно, это, в принципе, дорога Раевских. Вот тут какая-то часовенька. По-моему, Благовещение Пресвятой Богородицы. Больше похоже на ларек, чем на часовню. Ну, по идее, здесь когда-то был этот, как его, монастырь. Вот здесь, в монастыре святых апостолов Петра и Павла, погребен преподобный Иоанн епископ Готский. Не знаю, кто это. Но мы решили здесь присесть. Хорошо, умиротворяющая такая территория. Ой, сегодня тепло и просто свежо, классно. Ну вот, вот это дерево. Не надо вот так. Не знаю, встретили по дороге какое-то страшное. Тут внутри что-то, ну совсем нету сердцевины. Одна пустота. Но по идее дерево живое. Классно. Это мы сейчас на пути по дороге Раевских. Вот она дорога. Да, тут уже зелени почти нет, потому что мы уже довольно высоко поднялись. Хотя жара уже идет, мы даже куртки сняли. Ну все, идем дальше. Вот там где-то выглядывает Партенит, но его не видно. Зато мы случайно набрели на отличное горное озеро. Оно красиво смотрится. Вон там Жанна присела отдыхать в кустиках. Сейчас посмотрим, прогуляемся немножечко. Озеро и вправду классное. Плохо видно, конечно, из-за того, что солнце прямо в глаза. Вот оно озеро. Как отражаются елочки прямо в воде. А вон там вот Жанна.